Ну что, раз, мы с вами сегодня на каком автомобиле прекрасном. Volkswagen Beetles называется, да, Beetle вообще, Beetles. Он в таком нестандартном у меня виде сейчас. Ну как, он в базовом, грубо говоря, тут просто цвет поменялся и внутрянка прокачанным, грубо говоря. Скажите, откуда он у тебя? Если помните, самую первую серию повышибали, там мне выпали машины. 100, да, мне там выпали машины. Две. Одна из них была, даже три. Три выпала машина. Одна из них это Volkswagen Beetles. Вот, вторая, вы знаете, это Civic Type R. А третью никто не видел. Потому что я либо то ли сам открывал, то ли это было на видосе, не помню. Но, короче, третья машина тоже есть. Вот, вы увидите ее в следующих сериях. Сегодня мы с вами проходим дальше. Forza Horizon, да, потому что мы вышибали, мы уже, ну, начали вышибать потихонечку, да. Кстати, прошлой серии, кстати, да, я чуть-чуть был в шоке. Но что будет в следующей серии, вышибала будет выходить каждую пятницу, поэтому вечерком где-то, наверное, часов в 10, наверное, или, ну да, где-то в 10, либо полшестого, где-то так, вечера. Вот, мы там скорректируемся, в любом случае, каждую пятницу буду выходить вышибала, потому что надо, как бы, да, вышибать нужно. Вот, но сегодня не про это, сегодня мы с вами проходим дальше. Forza Horizon, у нас там есть с вами гоночки, мы там появились, ну, новый сезон. Вы скажете, а почему у тебя сейчас нет снега, у тебя же был снег, как бы, нет? Или нет, или не было? Нет, был. Вроде был, да? Да, вроде был. Короче, все это вы увидите. В следующей серии повышибали 100%. Что, как, почему и как, там все есть. Поэтому вот. Сегодня с вами проходим, поэтому дальше проходим Forza Horizon 4. Попроходим сегодня какие-то гоночки интересненькие, да. Ну, даже фестивальчик пройдем на Volkswagen Beetle, почему бы нет. Вот, ну, короче, сейчас посмотрим. Приятного просмотра вам, приятного аппетита. Саш, поудобнее. Надевайте пледик. Приятного аппетита, еще раз. Приятного чипитика или питья воды, приятного просмотра. Еще раз, да? А мы с вами, собственно, начинаем. О, привет! Так, сегодня мы с тобой едем. Смотри, сегодня на ручке даже езжу, смотри. Опа, на ручечке. Бля, он ехал 140. Я сейчас ее так раздушил этими помощниками. У него там АБС-помощник был, что-то еще. Я, конечно, прикинь, еду так по склону, он так берет, сам притормаживает, блядь. И я еду там, ну, 120, грубо говоря. То есть это вообще жесть. Хотя она прям должна ехать. Я думаю, что за фигня вообще? Что это такое? А оказывается, это, короче, оказывается, помощники эти ваши, реально. Нормально, блядь? Алло. Ну, понял, блядь, ну ладно. Да, все эти радары пролетают словно поле, продолжайте в том же духе, это только начало. Так, ну так как мы с тобой здесь, да, я примерно и хотел вот сюда, либо вот сюда поехать. Давай-ка мы с тобой сгоняем показательный заезд летучий. Сюда мы с тобой сейчас ездим. Ой, она куда, блядь? Подожди. Куда она, блядь? Ну вот так вот сюда куда-то, ёпта. Что это? Дух улиц. Ну вот, и как бы вот, да. Давай-ка мы с тобой сейчас... Так, забыл чуть передачку. Да, но она точно не дрон-лифтера. Бля, ну я не знаю. Понял, она как бы, он как базовый выглядит, смотри, он как выглядит как базовый, типа, да, он выглядит как базовый в целом. То есть базовый Beetles. Ну, то есть цвет такой, конечно, такого вроде не было, может было, не, нет, вроде не было. Вот, только не заднего бампера, а в целом он базовый, типа, ну, база просто база и все. То есть базовый Beetles. Ну да, чуть-чуть он, типа, ну, чуть-чуть занижен, короче говоря, но в этом, я думаю, что такого особо нету. То, что он занижен здесь, не занижен и тому подобное. Вот, в этом человеке такого нету, что он занижен, не занижен и тому подобное. Давайте, давай выберем заезд. О, так здесь можно еще совместную игру. Так, ё-моё, а я что думаю? Да ладно, вы увидите в следующей серии кое-что. Интересно. Ладно, увидите в следующей серии кое-что. После вышибальчики, который будет в пятницу, кстати, да, выйдет в эту пятницу вышибала, вы увидите не только там вышибалу, а кое-что еще.
И кажется, здесь тоже, ну короче, много контента будет. Много контента по этой игре будет. 100%. Это прям классно. Да уж, я думаю, когда выходит этот видос? Ну, наверное, выйдет сегодня. Что у нас? Подожди, что у нас что? Что у нас что? Сегодня вторник. 19 число вторник, да? Но он, я думаю, выйдет где-то, наверное, либо в среду, либо в четверг, вы смотрите эту серийку. А в пятницу, собственно, будет выше балла. Знаете, я услышал название «Летучий шотландец», всех подумал, что это будет для Алекса из пушки стрелять. Ну и так, пожалуй, зайдет. Let's go. Ой, сейчас на ручки еще ехать. У-у-у, кайф. Но ничего, ничего, нормально, нормально. Делаем, делаем, делаем. Тормозим двигатель чуть-чуть. На баге я не предъявил, ё-моё. Нормально? Ой. А можно назад, да? Я хуйню какую-то сделал, подожди. Я прям тут занесло просто в моменте. Бля, ну здесь, конечно, на ручке сложно мне пока, но я все равно, видите, я хочу учиться на ручке, то есть, ну, именно в этой игре. Я в целом умею, блядь, но в этой игре мне хочется привыкнуть к ручке, чтобы, ну, вышибали, чтобы на ручке гонять. Ну, бля, спокойно, давайте можно раскачивать. О, бля, прыгнули мы, ебать. Бля, с поездом сейчас будет соревноваться, знаете, блядь. 60% прогресс еще, ебать. А, здесь сейчас передача, окей. Не зря приключился. Ну да, до 8,5 вообще спокойно накрутится. Батя, что с FPS? Мне что-то FPS просел. Нормально? Давай, 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 давай. Ну я проебал, короче, ладно, хуй с ним. Ну да, я проебал. 100% проебал. Хотя, не, отсосал поезд, прикинь, я поезд выиграл. Нормально, но я думаю, он поддавался там в конце, понимаешь? Я думаю, поезд на в конце того поддавался. Вот и все с летающим шотландцем, глядишь, придется запускать New Horizon. Когда у меня снова будет встреча в Эдинбурге, я позвоню вам. Хорошо. Ну, выиграли, прикинь. Насколько... Ой, ебать, смотри, на 5 миллисекунд, на 500 миллисекунд мы с тобой выиграли, ебать. На 500 миллисекунд мы с тобой быстрее были, прикинь. Ну, я думаю, поезд просто нам подался, все, как бы. Я думаю, он просто подался нам, реально, все.
Опа, какая тачка нас ждет, что, блядь? А чё, влияние? О, весенний. Бля, вообще, зачем он крутит? О, 20 тысяч, давай. А как эти велосипеды не крутить, типа, автоматически? Или они сами будут всегда автоматически крутиться? Я просто хочу их копить. Для чего? Чтобы потом открывать их. Мне прям хочется очень. Ты безоружен в следующий раунд. Кира поставил мне управлять грунтовой серией, чтобы найти будущего чемпиона. И у тебя, как я вижу, есть всегда задатки. Продолжай в том же духе, титул пройдет быстрее, чем кажется. Окей, окей, бро. Так, погнали-ка, блин, может мы реально вот сюда вот на эти, бля, поедем? На фестивали вот эти два. За кулисами, блядь. Вот эти два фестиваля пройдем с тобой. Хотя у нас... Где мы вообще находимся, блядь? Где мы вообще, блядь? Подожди. Подожди. В депо стоим, прикинь, просто в депо такие. Опа, что, блядь? Теперь подключение, что ли, идет? Наверное, да. А, мы с тобой вообще здесь стоим, ебать. Личная гонка, блядь. Не, давай пройдем с тобой, ну, опа. Дом еще один, блядь, что нахуй? Что, блядь? А, 5 лямов стоит? До свидания, нахуй. Бля, ну я не знаю, ну давай, давай, окей, давай с тобой лучше тогда попроходим вот эти моментики реальных, фестивали пройдем, у нас каждый два фестиваля, да, быстренько переместимся, да, за 10 тысяч, почему бы нет. А вот сейчас мы их хапнем обратно, давай свои, их лучше пройдем в фестивале, потому что как-то странно тема. Не получается зимний фестиваль, что-то еще, да, должно быть? А, нет, это типа как гараж, я понял, понял, понял. Вопросов нет. Вопросов ноль, вопросов ноль. Бля, на улице, конечно, Битл сейчас стал хорошо, прям. Но я его не под дрифт сделал, а под скорость просто. За кулисы, давай. А, это пропуска. Окей, окей, окей. Подожди, а что у нас? Подожди, по тачкам, блядь. Я просто так и не пойму. Что у нас по тачкам здесь? Ты где ты? Бля. Боже, блядь. Почему карта не открывается сразу же? Ну ладно. Подожди, а где вот эти гонки с фестиваля? Или что, блядь? Я не пойму. Просто прикол, нахуй. В чем прикол, блядь? Трюкач, блядь. Подожди. Еще домик какой-то, прикинь. Еще один домик, бля, ебаный, вроде 200 тысяч. Да нахуй нужен, у меня вон дом есть нормально. Ой, подожди, 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 подожди. Ну, это мы прошли, ну давай тогда вот сюда ебанем. Показательный заезд. Это тоже показательный был? Да. Бля, какой, подожди, давай где поближе? Где у нас поближе с тобой? Ну, у нас с тобой ближе только вот это есть, вот. Выступление. Давай, давай, давай на нем. Без проблем. Let's go. Давай пройдем это. Бам, нахуй. Бля, Битлз, конечно, прям тяжеленький. Тут прям чувствуется, ну ладно, нормально. Это не его стихия, его стихия попрямик, напрямик, знаешь, ехать. Вот его стихия. Хотя он дрифтит тоже норм. Можешь проверить водителей и сессии для участия в любом заезде, как в совместном, так и дружеском. Бэээ. Ну, два вон одиночку. Привет, шеф. Давайте глянем на схему Horizon. Вы стали его занимать прежний босс? А, можем схему создать? А-а-а.
Ну, кто же талант? Короче, я понял, можно создать свою схему, да? 57 километров. Короче, это как я понимаю, эта тема, типа, ты можешь, типа, друга пригласить, либо друзей, создать трассу, да, то есть создать гонку сам, то есть выбрать гонку, какое-то расстояние, да, и тому подобное, на какие-то тачки, и в какое даже будет, блядь, время, суток, и, блядь, в какую погоду ездить, прикинь. Не, ну нормально, что, блядь. Во, давай на Битлз, ебаный рот. Теперь надо выбрать класс машины, медленно или быстро, с маленьким двигателем, или с большим. Можно еще выбрать свободный класс, он успел для всяк. Ну нет, давай Битлз, вот Битлз. Всего пару штук копий можно прибавить схему под выбранным названием. Тем машин Volkswagen, ну да. Не, Volkswagen давай. Выбор маршрута, во! Угу. Название. Now for a name. We need it for the records. And you know, it has to sound cool. Hello, chill, блядь. Так, хорошо, все готово. Так, а параметры заезда, что здесь? Сезон текущий, время суда полдня, легкий дождь. Синоблачь, босс, облачно просто. Да, подтвердить. Ну, давай попробуем, да, окей. На случай типа, да, это ваша первая схема, и право первым проводить машину остается вам. Поверьте, как нам, покажите, как надо ездить. Let's go. Let's go, блядь, вообще изи. Пить машину, блядь. Какую машину, блядь, мне Битлз сесть? Еблан, что ли? Бля, ты прикинь. Вот у меня Битлз сесть. Ты долбоёб? Ты долбоёб, у меня Битлз есть, ебать. Что нахуй? Так у меня Битлз есть! Собственность, а зачем вы мне его покупаете, если у меня он есть? Боже, блядь. Да нахуй, подожди, нахуй мне его покупать, еще не Битлз, у меня он есть. Бля, пизду, давай вот этот купим, окей. Проблем нету еще, давай вот этот купим, окей. Только зачем мне его покупать, если у меня он есть? В этом прикол, ты понимаешь? Похуй, пусть будет таким, да, все, окей. Да, купить за 60 тысяч. 60 тысяч проебан, держу в курсе. Просто не понимаю, у меня, подожди, у меня первая любовь. Вы купили свою первую машину в автосалоне. Просто зачем мне покупать его, если у меня есть Битлз? Типа он не подготовлен, базовый не подойдет, хотя там написано, там видишь, базовый есть в собственности, типа у меня такой есть. Непонятная хуйня, конечно, но ладно. Лоу чел, представляешь? Давай начнем, окей, погнали. Блять, Питер Битлз еще один есть, который подготовили, знаешь, блядь, для ралли просто. Блядь, нормально? Бля, почему нельзя было свой взять? У меня он прокачанный как минимум. Не, зря надо было докручиваем. Докручиваем, блядь, 120 он едет, у меня уже, бля, хотя у него 8000 осечка, в принципе. Но, блядь, мы уже в красной зоне, держу в курсе. Ну какая-то хуйня на самом деле, бля. Мой Битлз бы, наверное, разъебал бы здесь. Он там забил, он там шпарит только так, блядь. А здесь очень длинные передачи, очень длинные, очень долгие передачи. Ну нет, хуйня какая-то, я считаю. Мне просто непонятно почему. Я не мог взять свой Битлз. Пропущено, блядь, охуенно. Спасибо, блядь, папаша. А, ну вот, да, я, блядь, пропустил.
Ну, здесь крутить можно хорошо прям. Вот его можно крутить хорошо, реально. Но он верховой 100%. Мотор верховой 100%. Не знаю, мне как-то чуть, ну я что-то расстроился в плане, ну расстроился там в том плане, что не могу все взять, свой взять в Битлз. Типа я его выбил и забил спину, почему не могу его взять? Он прокачанный, да, блядь, но я бы здесь разъебал на нем. Мне нужно было покупать вот этот Битлз, зачем? Непонятно, хуйня, конечно, но... Ну вот, мы пришли с тобой 10-й, бля, нормально? 4 передачи всего, блядь, охуенно. Странная хуйня, на самом деле, какая-то очень странная хуйня. То есть у меня Битлз есть, блядь, 500, блядь. Так, у меня, подождите, какой уровень на Битлзе, блядь? 500 же тоже, нет? Странная хуйня, реально очень странная тема. Вот так все и работает. Мы не под это чтены фестиваль, но у нас свои правила. Лучше гонщики остаются с цель, мы прощаемся. Таков дух улиц, Horizon. Ну, если никто не возражает. Да, теперь мне этот Битлз ебаный есть. Зачем он мне нахуй нужен вообще? Непонятно мне, блядь. Подожди, а мой что не подходит, Битлз, типа, блядь? Сменить машину. Это 407, блядь, у меня. Что 94, блядь? А, из-за того, что он, блядь, серьезно, нахуй. Пиздец, блядь. Нахуй. Ну, кстати, вы увидели еще одну машину. Бля, ну, конечно, такое, ладно. Ладно, покатаемся на этом Битлзе, ладно. Ладно, покатаемся на этом Битлзе, блядь. Так, ну, бля, по-хорошему, я не знаю. Вот эти нам фестивали с тобой недоступны, окей. Окей, мальчик, окей. Бля, знаешь, куда можно сгонять вообще, блядь? Это что у нас? Охуенно. Фортун. Во, погнали вот сюда сгоняем. Чисто интересно, что это такое. Фортун Исланд. Да, посмотрим. Да, начинали на моем Битлзе, закончили на моем Битлзе, знаешь. Наконец, сейчас катаемся, сейчас на, как закончили, почему закончили? Мы сейчас катаемся на моем Битлзе еще одну, просто, бля, пиздец. Просто я не понимаю, зачем мне нужно покупать, если мой, в принципе, подходит под те задачи, он там еще 600 какого-то уровня, блядь. Может, типа, может нельзя, типа, прокачанный, хуй его знает, типа... Ну, типа, чтобы отличался жесткий уровень, не отличались там на 100 с лишним, на 100 с лишним уровнем, может, не отличался. Может быть, я не знаю, там что-то в комментариях, как это работает. Но мой Битлз 100% подходил, да, он вверх прокачанный, 100%, то есть там 694, 694 уровень. У этого 400 какой-то, вот, а там, или 500 какой-то, конечно, там, допустим, 500. Вот, и, в принципе, мне подходит под задачи машин, но почему я не мог ее выбрать, странно.
А, ну, наверное, бля, наверное, класс другая, бля, все, окей, тогда вопросов нет. Ну, наверное, это классом другая, да, я так понимаю. Типа уровень качаешь, там другой класс, окей, вопросов нет. Ладно, давайте когда нет, так включу, чтобы затягивать хронометраж. Бля, ну смотрите, мы почти сами подъехали. Мы почти с того подъехали, но, блядь, смотри, по полям он ебашит, будь здоров просто. По полям он ебашит, будь здоров, реально. Ух, ебать, это было красиво, блядь. Ебать, смотри, как деревья объехал, нормально? Блядь, лишь бы не въебаться. О, не въебались. Бля, по полям он ебашит, только будь здоров, реально. По полям он ебашит, будь здоров, реально. Прям очень хорошо, мне нравится. Ну ладно, значит, не зря купили, видишь? Не зря купили, значит. Так, мы с тобой подъезжаем к порту Исланд. Мне интересно, что это за режим вообще такой. Давай посмотрим. Чугун Айленд. Отправиться пешком по самому сложному коварному расширению на сегодняшний день. Трудно проходимая местность, суровая угроза, пора. Ага, все это ждет нас. Видно, как вы справитесь с коварным городом, вы сможете. Так понимаю, так подожди, это гонки какие-то будут? Или это просто типа пробег какой-то жесткий, то есть по всей карте будет пробег? Ну ладно. Я понял. Окей, вопросов ноль. Вопросов ноль. Давай, ладно, пойдем, наверное. Да, давай, у нас такая уже гоночка была. Давай-ка мы с тобой вот такую пройдем гоночку. Почему бы нет, как говорится. Блять. Да, да, вот эту гонку снова пройдем просто и все. И я думаю, на этом закончу, поэтому давай сейчас доеду быстренько и, собственно, включусь. Причем бы как бы... И нет, чтобы не заехать хронометраж. Ой, бля, влез! Бам, нахуй. Так, мы уже с вами, ребят, подъезжаем. Сейчас поиграем в эту гоночку. Я думаю, на этом с вами и закончим. Ой. Итого сколько у нас? Вот, 3 гонки было? Ну, такое, конечно. Надо побольше, да? Надо побольше. А, я думал, ждать ли тебя на моей автоконсоли или нет. Но пока мы еще не начали первый раунд. Только не говори, что вот этот Beatles можно было... Этот Битлз можно было здесь получить, ребят. О, блядь. О, нахуй. А я его купил за 60 тысяч. Я лучше, реально. Ну, блядь, ребята, ну, вы не понимаете, я просто, понимаете, непризнанный гений, реально. Просто непризнанный гений. Этот Битлз можно было здесь получить, только на другой грязевой резине.
А я его, блядь. Ну давай тогда раньше возьмем, хули. У нас есть такой уже Битлз, давай раньше возьмем, ладно. Да, это раз должно подойти. Давай оранжик возьмем. Хотя можно было рам, но у меня рам не хочу. Хочу оранжик взять. Битлз у нас уже такой есть, как бы. Я уже купил его, как бы. Ну ладно. Поехали. На оранжа сейчас поедем. Опа, шоки, блядь. Создать маршрут можно. Ребят, в конце этой серии я прокручу Will Spin. В общем, ребят, давайте так, в следующей серии... Ой. Я прокручу Will Spin в конце этой серии. Если там выпадет машина, вы ее не увидите в этой серии, но увидите в следующей серии. Я ее возьму. 100% возьму эту машину. Как для вас будет загадка, что же за машина там выпала? Ой, блядь, ну вроде так шпарит, кстати, держу в курсе. Тихо, бранжик. Бля, раньше все так шпарит, нормально. Так это можем... параметры маршрута. Смотреть карту. Хоть финишную черту. Давай испытаем. Это можем, конечно, сами создавать. Начать заезд, погнали. Теперь выйти, блядь. Ребята, так это можно вообще, знаете, ну, сделать просто маршрут сразу, типа, вперед поехать чисто, и все, это выиграл, блядь, чисто. Или назад, знаешь. Ладно. Подготовка. Давай, ладно, давай так с ботами погоняемся. Да, давай вот этот. Бля, ну прикольно, прикольно. Вилспинчик мы прокрутим, блядь, прокрутим. Распилочек, вилспинчик в конце этой серии. Я говорю, если выпадет тачка, вы ее не увидите. Не, давай даже так сделаем. Мы прокрутим не один вилспин, а прокрутим, будем крутить вилспин до тех пор, пока не выпадет машина. Когда выпадет машина, такую я возьму на следующую серию. Умно? Умно. Блять, что здесь, блять, лексусы делают нахуй, не понял, блять. Да, раньше шпарит нормально так, получше, чем Битлз, блять.
О, ёпта, прокачанный, блядь. Блядь, X, нахуй, 6... X6, блядь, или что, блядь, не пойму. Ой, бля, нахуй я это сделал. Это очень зря было. Бля, ну Рэш этим мне больше понравился, прям он шпарит так шпарит, реально. Он шпарит так шпарит, слушай-то. Ты видел? Жесть, он шпарит так шпарит. Ну, конечно, пришлось Мазерати, ёпта, Ламборгини Урс. Не, раньше вот так вот, блядь, вот так всех сделал раньше. Раньше вот так вот сделал, сейчас всех. Может быть лучше по сельским... Ага, отлично водишь. Что может быть лучше гонки по сельской местности? Отлично водишь, спасибо. Бля, ну Рэш мне очень понравился. Он получше, чем Битлз, который вот я купил за 60 тысяч, конечно. Который можно было здесь получить, но ладно. Ну, Рэш мне очень понравился. Раньше прям шпарит так шпарит. Интересно. На ручке, кстати, ребят, на ручке здесь привыкаю кататься, прям прикольно. Привыкаю кататься, на ней удобнее, думаю, на ней будет намного лучше даже вышибали кататься, намного лучше будет. Намного лучше, двинул спичек. Намного лучше будет на ней кататься, как бы. Ребят, ну выпала машина. Вы ее не видите, а я ее вижу. Бля, ну интересная тачка, ребята, интересная. Интересная машина, очень интересная машина. По моему опыту любого автокросса, это довольно-таки суровое испытание. Отказ от техники, сложный рельеф, пилоты, которые не справились с управлением, но все не про тебя. Ты проходишь во второй раунд. От души. Короче, что хотел сказать-то? Раньше реально понравился, блядь, очень понравился, кстати. Нихуя себе, нормально, так шпарит. А на ручке, вот, на ручке я привыкаю сейчас уже, ну, более не привык уже ездить, грубо говоря, вот, в этой игре. На ней будет намного проще и, наверное, лучше и правильнее кататься в вышибале. Вот, потому что ты будешь сам контрить, типа, скорость автомобиля, как он себя ведет и тому подобное. Ну, более-менее, типа, вот. Вот, и в нужный момент... Ну, конечно, есть вариант, да, затупить, нежели когда будет автоматическая коробка передач, да? Типа, сбрасывать будешь долго. Но это, ребята, это повод не врезаться в деревья. Ладно, в принципе, все вот на этой серийке, да? В принципе, как-то все, наверное, заканчиваюсь. Мне так кажется. Я еще у нас был в сарае, рядом с фестивалем, как раз я нашел, что? Сетический, ведь... Есть неплохой шанс, что там классическая машинка, так? Что, блядь? Короче, ребята. Рейнджик, бля, не понравился. Вот, короче... Ну, шмали будет проще играть на ручке, 100% согласен с этим. Вот, на этом, наверное, закончим, потому что серийка так долго получилась. Спасибо за просмотр, такая скрипла. Да, три гоночки, конечно, такие 50-50, наверное, но все равно прикольно, все равно прикольно. А вот, следующая серия, я думаю, будет, конечно, по вышибали. И после вышибала, я думаю, мы с вами побольше покатаемся. Может быть, даже я буду и не один. Мы это с вами увидим, да, через серийку. Вот, а так, спасибо за просмотр, увидимся в следующих сериях. Давайте.